Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителем главы Чеченской республики в регионе Асламбеком Асаевым. Представительство республики в Кольском крае создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и других связей с заполярной столицей. Андрей Сысоев поздравил Асламбека Асаева с назначением на должность представителя Рамзана Кадырова в нашем регионе и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Очень большие перспективы у Чечни, сейчас на подъеме находится республика. И то же самое в Мурманске. Вот за эти вот 13 лет очень много чего произошло. И в первую очередь это, конечно, развитие Мурманского транспортного узла, вот строительство железной дороги на западном берегу Кольского залива. И поэтому, конечно, перспективы очень большие. И если самый юг России будет знать хорошо, чем занимается север, конечно, то только плюс.